Огромный привет моим любимым подписчикам и всем случайно заглянувшим на канал. Ой, ну как вам 2021 годик? Я пока пребываю в унынии. Уныние я подкрепляю, значит, исцеляю, будет правильно сказать, вкусной едой. Если вы тоже приуныли, присоединяйтесь, давайте будем вместе исцеляться. Сегодня у меня на столе ведро риса, зажарочки из разных овощей и крабовых палочек, лук, сладкий перчик, крабовые палочки. И все это в кляре. Как я это готовила, покажу. И соусика возьмем немножечко соевого. Вот. В 2021 год я вошла не одна, я вошла с новым жанром. И теперь такой жанр, гастрономический жанр на моем канале станет регулярным. Это не значит, что я не буду снимать других видео. Буду, с удовольствием. Пока я не готова создать отдельный мукбанг-канал, поэтому я буду здесь размещать свои видео. Если вы из категории тех, кому это не нравится, но именно эти видео пропускайте. Так, давайте начнем пробовать, пока все горячее, то... Ну и заодно обсудим планы на год. У кого какие планы? Смотрите, какая она. Все жирное, масляное. Рис абсолютно пустой, абсолютно сухой. Абсолютно не соленый. Ну, я думаю, вы догадываетесь, где я научилась есть рис таким образом. Без соли, без масла. Без всего. Лук. Кляре. Ударяет в нос. Так, попробуем перчик. Знаете, хорошо без соуса, без соевого. Конечно, можно немножко добавить. Я, кстати, так и не научилась пользоваться палочками. Почему, не знаю. Я левша, и когда я беру в руки палочки, у меня где-то здесь переворачивается. Короче, я не научилась. У меня были детские палочки такие. Там такое есть колечко. И туда, когда вставляешь палец, он как бы фиксируется и никуда не убегает. Вот ими можно есть. И с помощью этих палочек можно научиться. Но поскольку они пластиковые, еду ухватить ими очень сложно. Они пластиковые, легкие.
Это было неудобным. Я так и не научилась. Но, может быть, чуть позже я к этому вернусь. Может быть, но не точно. Так, главный тренд этого года мой. Это не суетиться. Не суетиться. Вот такой тренд. А подумала, что суетиться? Все равно каких-то сногсшибательных результатов нет. Как говорится, так мы уже жили, так мы уже пробовали. Давайте попробуем по-другому. Чё уж, жизнь большой эксперимент. Почему бы не попробовать иначе? Как-то жить, я говорю, это абсолютно серьезно. Палочки в кляре, кстати, очень вкусные. Последние годы эти крабовые палочки, вы заметили, они становятся все более и более какими-то безвкусными. Мне кажется, люди многие уже покупают их просто по привычке, потому что привыкли к Новому году готовить салат с крабовыми палочками. Во многих семьях популярен. Если бы не этот салат, их бы такое впечатление, что, наверное, вообще бы уже никто не покупал. Потому что вообще ни вкуса, ни запаха. А вот в кляре с перчиком, с петрушечкой, яичко, тесто, они прям заиграли. В общем, у меня в этом году будет, как в песне Валерия Меладзе, все должно быть без суеты. Надоело суетиться, надоело ломиться. Как я уже говорила в своих ранних видео, у меня складывается ощущение, что никакие мои усилия, они почему-то не оправдываются никогда. Что в жизни есть всегда элемент какой-то лотереи, какого-то везения. И вот я явно не из тех, кому везет. Не то, что даже везет, а хотя бы за вложенные усилия что-то получать хотелось бы. Как многие любят говорить, встань и иди. Встань и иди, не сиди на месте. Это от того, что ты сидишь на месте. Это все от того, что ты сидишь на месте. Ничто не может произойти, если ты сидишь на месте. Типа, встань и иди. Вот прошлый год в моей жизни был очень показательный в этом плане, что ты можешь встать с места. И даже рвануть на другой конец земли. Вот так вот вдруг, внезапно решиться. Но это вообще не гарантия ничего, скажем так. Причем, заметьте, судьба опять не на моей стороне. Ежегодно сотни тысяч людей эмигрируют, переезжают в другую страну по разным причинам.
просто хотят жизнь изменить, за лучшей жизнью едут, хотят работу, ну, пожить, поработать в другой стране. Кто-то замуж выходит, да, по браку, кто-то учится. Ежегодно это происходит. Сотни тысяч людей уезжают из разных стран в какие-то другие страны или из городов в другие города. Вот надо же, чтобы было именно так, чтобы меня этот процесс застал во время пандемии. Ну, не гадство ли, как вы думаете? Особенно мне нравится с таким настроением новости читать. Когда уже придумали, значит, вакцину. Многие страны начали закупать вакцину от этой чумы, которая всех поработила в прошлом году и в этом будет продолжать. Начали писать о новом вирусе X. X. Новая болезнь X. Вообще, знаете, это такая очень вкусная идея, с помощью которой можно рулить разными процессами. В стране, в мире. Идея всяких эпидемий. Да, тебе не надо что-то типа якобы нарушать права человека, ограничивать его в чем-то, при этом сталкиваясь с негодованием людей, да? Все под прикрытием пандемии. Нет, это не мы. Да? Вы подумайте. Под это дело можно что угодно загнать. Да это не мы, это вот, ну, весь мир страдает. Пришла беда, откуда не ждали. Поэтому просто давайте потерпим. Останетесь без работы, раньше кого ругали? Правительство. А сейчас скажут, что пандемия виновата, что вы остались без работы. Никто не виноват. Это обстоятельства непреодолимой силы. Еще что-то. Ну, тоже никто не виноват. Кризис, так и тоже никто не виноват. Денег нет, никто не виноват. Пандемия виновата. Сейчас ходила в магазин. Перед этим зашла вынести мусор. Подхожу к контейнеру мусорному. Не знаю, в связи с чем. Очень грязно вот эти все дни, празднично очень грязно. Весь мусор вывален. Обычно такого нет. Ну, может быть, это бомжи что-то ищут. Там бутылок много должно быть, да? Но после праздника, наверное, ищут бутылки. Может быть, животные, да? Может быть, животные бездомные тоже что-то, какие-то запахи объедков чувствуют с праздничного стола, да, тоже ищут все, поэтому расковырена вся мусорка. Все раскидано, разбросано, я подхожу. И там на небольшом расстоянии от мусорного контейнера песик бездомный, короче, дербанит какой-то пакет. Что-то он там нашел, что-то он там ест. Он, видимо, немножечко пуганный этой жизнью. Не самая легкая, видимо, жизнь у него была. Он, меня завидев, в сторонку отбежал. Отбежал в сторонку, но не просто отбежал. Перед этим он вздохнул. Да, типа, ох, вот так вот как-то. Знаете, такой вздох был человеческий. Ну, у кого есть домашние питомцы, вы знаете, что питомцы, животные, как и люди, могут вздыхать. У меня вот, например, бывает так, Арина умывается, 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 нализывается, нализывается долго, и потом такая и спать ложится. Ну да, поэтому я не прикалываюсь насчет того, что он вздохнул. На тему чего вздохнул? Ну, наверное, на тему того, что я мешаю. Он ухватил, урвал этот пакет, что-то из него ел.
Я подошла, и он, типа, ну опять кого-то черти несут к этой мусорке, господи, поесть спокойно не дадут. Ну, когда я отошла уже, он обратно тут же вернулся. Ну, знаете, я почувствовала некоторое душевное единение с этим песиком. Почему? Потому что, ну, если ты бездомная, как бы, дворняга, то в какой-то степени по многим показателям твоя судьба предопределена, да? То есть, ну, вот есть какие-то там, они бегут, их купили, не пожалели за них денег, 30 тысяч отдали, купили еще комбинезон дома. Они из хозяев вьют веревки, это не буду, это не хочу, еду выбрасывают несъеденную. Ну, как я вот за Ариной иногда выбрасываю еду, потому что она привередничает, что-то она там не ест, не все ей нравится, не все ей вкусно. А я на это, между прочим, трачу деньги, да? Иду и покупаю что-то отдельно. Вот сегодня я ей рыбный этот суп приготовила. Ну, как суп. Она любит попить бульончик, поэтому чуть-чуть бульончика, ну и рыбка такая. Вот, ну тоже без аппетита. Бульон пошел хорошо, рыба пока без аппетита. Ну, может, потом доест, да? Какие-то кармани всегда. Ну, вот и так вот эти пёсели, за которых по тридцатки, по 50 тысяч отдают. Которые уже родились, как бы, и, ну, и как это, знаете, как говорят, в золотой колыбельке. А тут ты вроде как, ты бесплатный, ты согласен жрать объедки и кости. Ты не стоишь никаких денег, и вроде даже у тебя неплохой характер, но тебя не берут. Это твоя такая судьба, это твое предопределение. Ты даже бесплатно никому не нужен. Даже на унизительных условиях, готовы есть кости, ты никому не нужен. Вот такая аналогия у меня возникла в сознании и с моей жизнью, да? Здесь всегда какое-то предопределение. Со стороны этого, может быть, не видно, но когда ты живешь эту жизнь, это твоя жизнь, ты чувствуешь всегда какие-то вот такие моменты. Ну, не то, что несправедливые. Разве можно говорить о какой-то справедливости? Ну, вот, например, с этим песиком, да? Можно ли сказать, что жизнь несправедлива или люди к нему несправедливы? Наверное, нельзя, да? Понятно, что если кто-то его не взял с улицы, это не потому, что люди плохие, да? Поверьте, у людей масса своих обстоятельств. У кого-то есть животные, кто-то не может их держать. Потому что, ну, приведи такую собачатину огромную домой. И надо и к врачу сводить это деньги, и кормить регулярно это деньги, и воспитывать его надо, чтобы он тебе все диваны не порвал, да, это столько надо времени, а ты там 5 дней в неделю на работе с утра до вечера. То есть по разным обстоятельствам ты его не берешь не потому, что он какой-то плохой, а потому что у каждого свои обстоятельства, да. Не потому что у тебя сердце жестокое, ты его не берешь, потому что, ну вот, у всех свои обстоятельства, у всех своя жизнь, у всех свой расклад. И даже никого нельзя обвинить, да, ну, кроме как сказать, что это судьба, и вот так сложилось. Вот про меня тоже можно сказать, что моя судьба так складывается, что бы я ни делала, это всегда мимо кассы как-то, что-то, мимо ворот. Поэтому я решила на все забить и не суетиться. Некоторые придут, да у меня вот муж, а у тебя он тот и тот. Ну, есть, радуйся, чё ты? Мне бы жизнь подкинула нормального мужика. Вы что, думаете, я бы не знала, куда его применить? Во всем есть, как я уже сказала, элемент какой-то лотереи.
Так, полмиски риса ушло. Я прям такую лунку в середине проковыряла. Не вот так ела, а прям вглубь. Аж дно видно, а по краям осталось. Все было вкусно, все было хорошо. Пробуйте, готовьте, если хотите тоже попробовать, как это на вкус. Всем огромное спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь едой.